Завершено расследование уголовного дела по факту крушения теплохода «Булгария». А это 80 томов. Об этом сообщается на официальном сайте Следственного комитета России. Напомню, судно затонуло 10 июля прошлого года. 122 человека погибли. 79 удалось спастись. Чтобы поставить точку в расследовании, следователям понадобилось 10 месяцев. Обвинение предъявлено пятерым. Субарендатору «Булгарии» Светлане Инякиной, старшему эксперту Камского участка «Российский речной регистр» Якову Ивашову, старшему помощнику капитана теплохода Рамилю Хаметову, начальнику Казанского линейного отдела Волжского управления Ространснадзора Ирику Тимургазееву, его подчиненному, главному государственному инспектору Владиславу Семенову. Все, кроме Хаметова, находятся под стражей. Потерпевшими по делу признаны более 170 человек.